Тебе скинуть вилсу или ты продолжишь ебаться? Ребят, скажите, как громко мне его послать нахуй, этого дебила жирного, который не понимает, что ретрансляция чужих Ты тоже стримов хотел сейчас. банится на Твиче нахуй? Тупой что ли или как? Нельзя ретранслировать чужие стримы. Ладно, и, ладно. И, блядь, я на своем стриме буду смотреть чужой стрим. Что, тупой вообще или долбоёб, блядь? Сейчас тебе кикну нахуй. Будешь так тупить. Бесишь. Ладно, но я не очень разбираюсь в этом. Что ты долбоёб, блядь? Если не разбираешься, так нехуй лезть. Его сразу же кину. А у нас такого нет. Мы говорим, что думаем. Да, Серёж? Пожалуйста, да. Громче клацай, возьми клавиатуру и хуярь прямо возле микрофона, чтобы, блядь, все слышали, как ты на своей 10-рублевой клавиатуре набираешь текст. Тебя ведь и так охуенно слышно, мы не слышим, как проезжают машины, мы не слышим, как гудит машина, блядь, еще громче, вот сделаю так. О, да! Заебал. Короче. Ненавижу, блядь. Чувак, короче, iPad 10 часов работает, давай это обсуждать, заебал. iPad работает. Дважды. Большое тебе спасибо, чувак. Очень приятно. Яргул, так. Духовная деревня, сейчас. Ну понятно, блядь, ты жрёшь, я ж тебе сказал, иди, блядь, пожри до стрима. Да, я не... Да, блядь, поц, ты заебал чавкать, блядь, на стриме, уёбок жирный ты. Как же я ты, блядь, бесишь, сука, жру. Стучать своей ебучей ложкой по своей ебучей дешманской тарелке, блядь. Я наоборот отставил. Ты заебал гондон жрать, блядь. Не бомби, не бомби. Пидор, блядь. Не бомби. Жирный пидор, заебал, блядь. Это неуважение абсолютно ко всем. Я сказал, я просто отставил. Я уже все сделал. Не ударил. Это ты просто отставил? Да. Хуесос. Вот же бомбит, а. Ладно. Ты заебал жрать, блядь! Ладно, мы поняли. Я извиняюсь перед людьми, которые пришли. Мало того, что у него звук хуёвый! Блядь, так он еще и жрет постоянно! Да. Это омерзительное тут чавканье! Касарь людей, ребят, извините, Лёша уже в начале стрима бомбит, вот 16 минут стрима, а у Лёши уже дикая бомбежка. Я все убрал, все, успокойся. Заебал просто уже. Блин. Ну, да, я согласен, может, когда я это делаю, это не самое приятное, но когда я, например, смотрю стрим, там, того же Акула, и он там жрет пиццу, у меня бомбежки нет. Потому что, блядь, ты поц, вот почему. Итак, чуваки. Серёж. Да? Давай ты будешь все время говорить, потому что когда ты молчишь, это вообще пиздец. Вообще пиздец, блядь! Громче становится. Пиздец как громко. Давай ты все время будешь хотя бы постановать в микрофон. Хорошо, у меня то же самое с Катей было. Так, блядь, Катя не стримит на охуенных стримах, где 1500 человек. Ну да, ладно. Катя, это, блядь, девочка, которая сидит сама, и играет, и периодически общается с кем-то по скайпу. А ты, блядь, хуесос, на стриме, где 1500 человек. Тебе сегодня скидывали? Пиздец бомбит, блядь, как меня бомбит, ёб твою мать. Что? Потому что... И вот этот чувак, который мне десятку скинул, он 1500 рублей просто отдал донейшн алерту. Сука, да они заебали, их тут дохуище, блядь! Так ты зашел за... Да они заебали, блядь, их тут просто дохуя! Я не могу играть! Я заебался в этой игре уже от них убегать! Дым. Берешь дым, надо постоянно дым этот самый мониторить. Да, блядь, играть нельзя, все время стреляет в тебя! Ну да, ты зашел в запретную зону. Да пошли они нахуй! Аванпост. Тут дофига врагов. Да что ты так бомбишь? Объясни, это инфеймос. Да постоянно... блядь, это, блядь, тир нахуй какой-то. Ну да, все эксклюзивы PlayStation, что Uncharted, что это тир, они убивают. Постоянно бегаешь, дым. Я, блядь, бегаю, меня постоянно туда в жопу жалит, заебали. Ну да, там снайпера, их надо снимать первыми, потом... Блядь, все из-за тебя, пидорас, вот все, сука, ты, блядь, Гантон. Пошел нахуй отсюда. Да не ты, блядь. Ты вообще пидор. Ясно. Блядь, нашлись тут, сука, демонстранты, нахуй. ДНР, блядь, нахуй. Хуй вам, блядь, они и республика, пидорасы. Пошли нахуй отсюда, блядь. Уёбки, блядь. Вот, сука. Что, вот, FIFA. Игра, в которой нет сюжета, которую покупают каждый год. CSGO, игра FIFA. В ней нет сюжета, ее покупают каждый год. Там может быть сюжет. Запросто. Стоп.
Ты чё, блядь, сейчас сказал? Что в FIFA, в футбольном симуляторе будет сюжет? Алёш, ты в курсе, что в Need for Speed есть сюжет? В футбольном симуляторе сюжет? Да. Ты, блядь, совсем пережрал чего-то тебе там. Тебе объяснить? Тебе объяснить? Пока в чате не начали защищать, как у бедного утята из мозгов. Объясняю, берешь историю какого-нибудь Рональда или Месси, и начинаешь рассказывать, как он вступил в клуб, играть на них в матче, блядь, что угодно можно сделать. Я тебе говорю, потому что в Need for Speed есть сюжет. Это гонка. Это, блядь, естественно, гонки, так ты видел тот сюжет, блядь. Его там, считай, нету, но он-то есть. Почему не попытаться... Сюжет, блядь, в FIFA, нахуй. Там, как ты, блядь... Понимаешь, сюжет Need for Speed, он... Хорошо. Он входит в сам геймплей. Вот, понимаешь? Вот. Лёш. Сука, я не могу, блядь, сюжет в FIFA, нахуй. Лёш, берёшь и между матчами... И сейчас всерьез советовал чуваку в 2015 году прошить PS3. Это охуенная мысль взять прошить PS3 в 2015 году. Потому что PS3 это лучшая консоль, которая была выпущена этой компанией. С самыми лучшими хорошо. Эксклюзивами. Хорошо, твой обоссанный Uncharted вышел именно на PlayStation 3. Хорошо. Ни на PlayStation 2, ни на Xbox, нигде. Last of Us вышел на PS3, God of War вышел на PS3, Gran Turismo, который все очень любят, вышел на PS3, и еще миллиард, хуиллиард других эксклюзивов вышел на PS3. Нахуй ты засыраешь третью плойку, ты меня заебал. Я не засираю третью ты меня плойку. Этот слушай, пидорас слушай. Купил себе PlayStation 4, и в этот же момент он начал хуесосить всех, у кого есть PlayStation 3. Нет, нет, он нет. Он на любом стриме, абсолютно на любом стриме говорит, что ты играешь на PS3, ты что, бомж, что ли? Откуда в тебе столько пафоса? Ты микрофон, блядь, себе купить не можешь, но ты выебываешься. Лёш, послушай, ты чуть-чуть сейчас не прав. Я не это охуенная быть... консоль, а уж тем более, если ее можно прошить. PS3 потрясающая консоль. А, ну конечно, сейчас ты уже заговорил, что нет, она потрясающая. Нет, послушай. Вообще королева красоты, блин. Блядь! О, вижу, Лёша на скалу выкинула. Сука! Вы этот пиздец видели? Смотрите стрим, блядь! Они уже это видели. Охуеть! Это я вам говорю. А там скамейка в метре появилась. Ну да, там скамейка. Это я ебал это эту игру. Это гонка, чувак. Это же эта гонка, там скамейка валяется. Хуйня, сука, она в метре. Вне зависимости от того, боже, как ты сексуально икаешь. У меня прям шишка встает, когда ты икаешь. Можешь еще поикать, пожалуйста? Блядь, уебок. Заебал свинья икающая. Жрет, икает, пердит, срет. Пошел ты нахуй отсюда. Ну это отвратительно. Но я не придираюсь, но все подтвердят в чате, что это отвратительно. Я же не специально. Да мне похуй, выключаешь микрофон, отходишь и икаешь. Я когда чихаю, когда принято говорить блядское, будь здоров. Я выключаю микрофон. Если я хочу вышмаркаться, а я, блядь, постоянно вышмаркиваюсь, у меня аллергия, как у ненормального, у меня из носа сопли текут, как, блядь, кровь из... Ну, вы поняли. Вот. Или когда денег нету там на хорошее. Да ты, блядь, откуда нахуй вылез? Сука, черт из табакерки, нахуй! Вылез, пиздец, из кустов! Из кустов, нахуй! Посмотри на стриме, это пизда! Я испугался! Я сейчас посмотрю. Я с задержками, я посмотрю. Охуеть! Да, это чисто бумс вырезал. Отрывок 900p и отрендерим его в 4K. Ни хрена не изменится. Так то же самое нихуя не изменится в 1080, блять. Ну да, я это... Просто между 1080 и 4K разница меньше. Я просто тебе это и пытаюсь сказать, ты походу запутался. Так да, вот эти хуйню несёшь. Ты за походу запутался, потому что я тебе хочу сказать, что вот именно, что чтобы сохранить качество. Блять, еще один долбик. В 900p. Кто сказал, что между 1080 и 720 разницы нет, уебок, блять, забанить. Нет, блять, почему вас можно только банить? Я хочу банить по IP, блять. Дегенераты, блядь. Лёш, хорошо, подожди. Сука, я их ненавижу. Подожди. Я что говорил это? Где я, блять, сказал, что между 720 и 1080 разницы нет? Уёбки, блядь. Я надеюсь, вы, сука, от рака мозга сдохнете. Ну, наверное, про то, когда ты говорил, что типа сразу... Я говорю, что разница есть, но она не такая большая, чтобы, блядь, пекарню покупать. Сука, уёбки, блядь. Да, хорошо, послушай. Я ненавижу этих мразей, сука, я надеюсь, блядь, от всех самых страшных болезней, я надеюсь, они
смогут поместиться в вашем теле. Чтобы они конфликтовали между собой, и ваша болезнь смертельная была еще более неизлечимой болезнью. У тебя голос такой сорванный, сексуальный. Пидорасы чуть-чуть. Нахуй, блять, такие пидорасы. Сука. Хорошо, Леш, я просто последний... Хорошо, можно последнее скажу, и я все, тему эту на сегодня закрываю, ладно? Я не говорил, что между 900 пи и 1080 разницы нет. Леш. Я сказал, что она минимальная. Леш, послушай, я просто, насколько я понял, ты хотел показать... Блядь, эти люди думают, что, сука, образованный, блядь, человек скажет, что между 900 пи и 1080 разницы, я дебил бы нахуй, ну, если бы я такое сказал. Леш. Я говорю, что та разница, которая там есть, она недостаточна для того, чтобы покупать обоссанную платформу. Вот что я имел в виду. Ну... Дебилы нахуй. Да, хорошо, Леш. Сука, обезьяны. Супостаты недоразвитые. Вот тебя не... Сука! Уёбки! Ненавидишь ты. Лишь осознав, кого ты потеряла. Ублюдки, блядь. Сука, оранжевый гондон. Или какой это цвет? Я ебу салату. Какой-то, блядь, цвет блевотины, в общем. Я не знаю. Хуйню, блядь, вы что несёте, блядь? Не надо со мной спорить. Пидорасы, блядь, тупорылые, блядь, все. Серьезно, ты зациклен на мощности, тебе мощнее. Я хочу мощнее. Потому что это нелогично, понимаешь? Это логично, 30 тысяч, блядь, одно... за ПК, чувак. И при этом быть не готовым, немножко доплатить. Тем более ты знаешь, что будешь использовать его для того, чтобы видосы делать. Нет, не буду я его использовать, чтобы видосы делать. 15 покупают, чтобы видосы делать на нем. На нем стоит i7, думай, блядь. Ты понимаешь, что мне 13-дюймового хвата... Его для видео используют, чувак! Ой, блядь. У меня был 13-дюймовый, блядь, его полностью хватало. Полностью. А он в два раза слабее того, который я буду покупать. Мой тот 13-дюймовый справляется в пререндере. Так же самое, как и мой, понимаешь, компьютер. А этот будет еще мощнее, там еще больше оперативной памяти, еще лучше графика и еще лучше процессор. Он сказал гонка. А, блять, нихуя меня, да я сам Иисус, я просто сам Иисус, чувак, ты просто не представляешь, что сейчас, блять, ну кто сука, блять, ну блять. Или даже на так, 3. Так ты можешь, понимаешь, ты можешь немножко. Какой мне смысл от этой мощности? Ну, блядь, ну ты чистый пекарь, просто нахуя мощность эта нужна лишняя? Зачем нужна мощность в компьютере? Лишняя! Чтобы быстрее задачи выполнять, чувак. Хорошо. И так меня удовлетворяло то, что было, объясни, я тебе объясняю. А это был, понимаешь, чуваки, тот MacBook, который я куплю, он будет мощнее моего компьютера. Он будет мощнее моей... Лёш, все, успокойся. Вот есть одна вещь, где я за ПК-гейминг. Именно ПК-гейминг. Пацаны, давно до монитора. Пацан... Нахуй ты, сука, сбил меня, пидор! Ну вот зачем ты это оборвал? Блядь, какой же ты конченый. Я хотел нормально, плавно к этому подвести, и ты взял и перебил, причем взял и как пидор. Живи теперь с этим. Чё, сколько... Она будет работать быстрее, чем моя. Ты понимаешь, что сейчас вот найдутся люди, кто это запишет, и потом, ну, тебе будет реально опять стыдно, ну, как вот сталкаш тогда делал. Блять, ты понимаешь, что я сравнивал? Мне похуй, что по тестам каким-то синтетическим, да, возможно, по синтетическим тестам, Iris Graphics сосет, но премьер, просто сходи, я сравнивал на Iris Graphics 400. Это понимаешь, ты сейчас говоришь вещи примерно такие. Блять. Фокус обгоняет Бугатти. Ты вот сейчас... Блять, вы тупые, говоришь. Сука, какие-то. Ты я серьезно. Я сравнивал проект. Я беру один и тот же проект на Маке в Premiere Pro и этот же самый проект беру на своем ПК. И старый Intel Iris Graphics, блядь, погоди, практически погоди, догоняет уровень моей видеокарты. Я понимаю, оптимизация там, ну, все. Все. Это, видимо, с консоли как-то передается вот это вверх в оптимизацию. О, господи! Я тебе серьезно говорю. Это невозможно физически. Антон, хорошо, давай. Хорошо, можно тебе честно сказать? Ты, блядь, понимаешь? Чувак, собери, блядь, комп под тем же характеристикам, что MacBook 13, и, блядь, попробуй даже стрим на нем посмотреть. Ты будешь пищать, что у тебя стрим не запускается. У тебя ничего не запустит, на том компе охуенно работает пример. Вот, Акул, ты работаешь. Не понял, да, я говорю. Он охуенно работает.
Еще раз заново, я должен... Ты просто не понимаешь силу оптимизации на Маке. Эти компьютеры бы не покупались, если бы они были говном слабым. Немощным. Нет, ты не... Блядь, почему ты слышишь все криво, Антон? Тебе сказали не купить ПК по цене Мака, а собрать такое же железо, как на Маке. Такое же железо, да, собери. Собери 8 гигабайт оперативной памяти. Кто, блядь, стонет так? Он вздыхает, по-моему, вздыхает. Я вздыхаю так. Блядь, ты стонешь так, я не знаю, как будто я чечен пристроился сзади какой-то. Пиздец. Я извиняюсь за бестактность. Охуевший, блядь, пидорас, пиздатель, сука, боксоёб ебаный. Лучше гарнитура? Ну, давай, пидорас, сейчас будем с тобой разбираться. Значит, смотри. Гарнитура PlayStation. А теперь внимание. Барабанная дробь, пожалуйста. Ladies and gentlemen. Нахуй месте она удобная, объясни, блядь! Посмотри на этот пиздец! Ебать, блядь! Вот это удобнее, блядь! Она по звуку такая же, как эта, но она, блядь, полголовы занимает! Охуеть! Я не показал... похуй, вы бы видели, там... Блядь, они куда-то улетели назад... я забыл показать самое основное. Потому что я не хочу троллить Бигги, потому что Бигги, он классный. Ребят, я сейчас говорю без прикола. Без прикола. Хули ты ржешь? Хули ты ржешь, блядь? Бигги, он классный. Чё ты ржешь? То есть те, кто играет в World of Tanks, то пидорасы, хуесосы, говноеды, членожопы. Это просто членожопы, дебилы, хуесосы и... Хуесосы, блядь! Хуесосы, нахуй! Уёбки, блядь! Те, кто играет в World of Tanks. Все те, кто играет в World of Tanks, все, блядь, пидорасы, членолюбы и, блядь, говноеды и мужеложцы. Негодяи и... И прочее, прочее, прочее. А вот Armored Warfare... Ну она говно! Не могу позвонить, не потому что... Я не хочу, потому что у меня просто нет денег, сейчас на счету. В следующий раз я позвоню бывшей. Миллионер, иди нахуй! У меня телефон упал. Вот, обещаю, в следующем стриме... Бавария без открывашки открывается, долбоёб. Гондон, блядь, тупорылый, сука. Ты, блядь, в твоём Киргизстане, блядь, наверное, особая Бавария, которая открывается реально без открывашки. Это, блядь, открывается без, то есть с открывашкой, дебил, блядь. Здесь нихуя нету. Вот. Дегенерат, блять. Сука, вот где же этого помойного пидора нашли? Вот почему он меня взял и испортил настроение? Все, блять, я ближайшие минут 15 буду сидеть и жалеть о том, что я не могу разбить эту, блять, бутылку ему об голову. Чекни киви, заебал. Хорошо, чекну. Просто гандон конченый. Блять, я надеюсь, тебе собака кусок жопы откусит. Да. Разговор закончен. Чуваки, вы понимаете, он за одну неделю 1010 скинул на игры. Ну не долбоёб. Потому что выходит Unity, потому что я предзаказал. Он, блядь, купил вообще игры, в которые не... Он купил Bloodborne, ты вообще в него заходил? Я Bloodborne не покупал, мне его дали. А говорил, что купил, пидор! Пиздобол, сука, конченый. Как же он заебал, пиздец. Я Mortal купил вчера. Блядь, как же эта мразь заебала меня, пиздеть. Дэнди, ты чё делаешь? Ты чё, сука? Ты чё, сука? Ты чё, сука? Ты чё? Он очень хорошо играет. Дэнди вообще тащит. Да, блядь, я же его скинул! Он в Rocket League такую хуйню играет. Хохол с салом на первом месте. Xbox One в один день с мультиплатформой, всеобщим хайпом Fallout? Да, чувак, да. Это ж просто... Ты понимаешь, блядь, что они сделали? Они, Ларку то есть... просто изувечили. Всё, блядь, это пиздец. Ира, это Лара Сычёва, всё. Лара Сычёва. Лара Сычёва выходит, пиз... да. Но это полный пиздец. То есть на Xbox One против мультиплатформы, то есть уже против Вы знаете, Sony хуйня. Давайте сделаем игру эксклюзивно для Xbox One. Все-таки да, давайте!
Вот, там сидят 5 лет, делают игру, такой, мы хотим ее сделать эксклюзивной для Xbox One, а потом на PC ее выпустим. Через 2 месяца, когда всем будет похуй. Когда всем будет похуй, мы ее выпустим на PC, чтобы еще больше всем было похуй. Чтобы все ее скачали с торрента. То есть, мы хотим сделать абсолютно все, чтобы в нашу игру никто не поиграл. Никто. Вводить разнообразие. Ну что за пизда? Что? Ну пизда, но ты нажимаешь на своей клавиатуре, но это пиздец. Я больше не... Так. Сука! Он мой! Уёбок! Блять, ну конченый! Блять, я кемпедриста поймал, такого сука наглого, такого, блять, наглого. Я вообще, окей, чувак, я вообще кемпедристов никогда не ловил. Жу-жу-жу, что это? Такой? Блять, да убери ее нахуй от микрофона! Так ты ж спросил. Определенную сумму. За эти деньги я купил себе мини. В смысле? Я купил, блять, мака, на который я нажрался на те 24 часа, и по цене твоих одних мидий. Да, а я ничего не ел, кроме мидий. Мне очень хотелось мидий. Ты, блять, за 180... Вы верите, что этот жиробас, блять, насытился 180 граммами мидий? 180 грамм. Ты понимаешь, что это ничего? Я пиццу заказал. Ну, просто ты я... В тот день я обожаю. Ёжи, читал ли ты это? Я еще говорю, у меня очень специфичный вкус в литературе. Очень... А нет, мой танк! Сука. Да ладно, блядь! Ебучий, сука, клавиатура. Да! Да ладно, блядь, ты пидор, сука, выскочил! Урод, блядь! Я с другим разбирал! Ноутбук за 170 тысяч, ну я как по... не я... помочь? Как да, я понял. А Сереже нужны деньги на суши, ну что я так? Я не нужны суши сейчас вообще. А, я... Правильно, Сережа вышел на новый уровень. Запеченные мидии. То есть суши уже для пидоров и бомжей. Теперь нужны запеченные суши. Он же, блядь, не бич какой-то вонючий, чтобы жрать какие-то обоссанные суши за 3000 рублей. Я себе купил пиццу и запеченные мидии ночью, когда сидел... Запеченные мидии, они ж стоят, это пиздец! 200 рублей, чуваки, стоят, Алёша бомбанул. Какой пиздёж, какой пиздёж. Пиздец, сука, унылье. Ну что это за тир ёбаный? Ну кому это может быть интересно, блядь? Кому это может быть интересно? Объясните мне! Чуть-чуть. Ты понимаешь? Они понимают, насколько они уёбищную игру сделали, что они добавили туда кооператив. Добавлять кооператив не в песочницу, не в какой-то стелс-экшен, это признак того, что вы сделали поебень. В будущем кооперативы будут очень востребованы, мне так кажется. Когда люди вам... Когда люди вообще разучатся делать игры, когда они будут дико унылыми и скучными, они туда будут добавлять кооператив. Вот скажи, сука, что нет. Делать с данными в чате? Что? Все, закрываю эту хуйню конченую, нахуй. Эту хуйню конченую просто, просто нахуй, нахуй это говно, блять. Просто нахуй это говнище, сука, кто играет в Black Ops, тот долбоёб и пидорас. Вот все просто. Ой, какая же боссаная говнищенская игра, просто пиздец. Ой, блядь. Да пиздец, что твой TeamSpeak вытворяет? А что? Да ну, блядь, чувак, он что-то задолбал, ну. Значит, говори все время, когда я молчу, у тебя такого нету. Все. И сказал... Блять, ну хуесос, пизда тебе. Поиграл на ПК в пиратку и сказал, что игрокал. Да, он, сука, пошел нахуй отсюда, животное с баном. Блять, я бы тебе ногами бы отпиздил бы по почкам, отвечаю. Ты понимаешь, этот пот считает... Вот он, блядь, считает, что если я скачал пиратку, то значит игра, блядь, хуже становится? Ты че, конченый, что ли? Сука, животное. Yeah. И вот такие уёбки, как он, населяют вот этот континент. Пиздец, он же вырастет, у него появится ребенок, и, блядь, такого же дебила вырастет. Сука, я надеюсь, тебя кастрирует, блядь, не знаю, какой-то провод или еще что-то.
Что? Тупой конченый дегенерат. Ну и зацепится яйцами за какой-то провод или за забор, когда будет перелазить. Придурок, сука. Значит, если пиратка, значит игра, блин, хуже становится или что? Видимо, в пиратке миссии почему-то хуже. Или графон урезается, да? 13 минут ранее. И смотрите, все, вы появляетесь. И удивительно, вы появляетесь, и вам не надо убить миллиард врагов. Вы появляетесь, и вам не надо никого убивать. Сережа, такое вообще возможно? Сереж. Они, походу... Я бегу. Я почти добежал. И все, пиздец! Посмотрите. Все! Посмотри, мне реально стрёмно от того, что он сейчас меня задает. Эмоции! Здесь я вижу эмоции. Все. Звук! Эмоции! Графика! Я могу стрелять, пока вот этот скрипт происходит. Блядь, вот это! Это охуенно! Вот так должна выглядеть игра. Вот так должен выглядеть FPS-шутер. Именно с одиночной компанией. Это охуенно! Это просто охуенно. Я поддерживаю своего братишку. Я вот, мне реально стрёмно за него. Хоть он и похож, я не знаю, на Михаила Поречникова. А теперь стой. Как увеличить? Нельзя. Блять, кто пишет, сука, сейчас кидаю в ЧС, кто бы это ни был. Вот кто мне сейчас пишет, вот если это что-то не по делу, я кидаю в ЧС. Зацени отражение в роботе. Сереж, ты отправляешься в ЧС. Все, Сережа теперь в черном списке. За вот такую хуйню. Я стримлю. Ой, блядь, это надо убирать его из друзей, что в ЧС кинуть. Пошел нахуй, ладно, не кину я тебя в ЧС. Отражение в роботе зацени. Но вы понимаете, этот дегенерат, он мне позвонил, мы с ним в TeamSpeak сегодня созвонились, и он мне говорит, блядь, Fallout такое говно, там такие текстурки хуевые. Я такой, блядь, ты что, конченый, что ли? Он мне вчера на стриме говорил, боже... Ты такой тупой, ты к этим текстуркам доебываешься, ты такой тупой, бла-бла-бла. Сам, блядь, я говорю, ты понимаешь, что в этой игре придираться к текстурам, это надо быть уебаном. Ну блин, ну все же. О боже, блядь. Просто какой-то... Перейти к оплате. Сейчас, чуваки, я вырублю на секунду, потому что я плачу. Там, я не знаю, что выдаст. Не смей, блядь! Что? Не смей этого делать! Мне чувак скинул 5500! Он скинул 5500! Как нет? Ты чего? Ты чего, Ты купил? Нет еще. Ты... Он скинул мне конкретно на Call of Duty, не могу их проебать! Он только что скинул 5500 на Kiwi, я не могу сказать, чувак, извини! Пизда. Что? Как пизда? Что? Он скинул, посмотри, я тебе могу скриншот переслать, чувак, я тебе даже... Ролика не будет, я совершаю попытку суицида. Но без коричневого. Ты, кстати, почти пришел к... Ты в курсе, что там вебка на месте задницы? То есть как бы чуть-чуть... Disconnected. Конченый, блядь. Уёбок, блядь. Допизделся. Лёш, а за что ты меня забанил? Я просто написал, чтобы ты поменял ствол. Ну, наверное, ты написал не Лёша, поменяй, пожалуйста, ствол. Уебан, возьми Лёш, другую пушку! Тупорылая хохлядская мразь, блядь, желаю тебе сдохнуть от спида, тупая, сука, ты мразь. Fallout — это, блядь, игра, в которую любой дефективный даун, кроме такого, как ты, может играть. Как ты мог этого не догадаться? Вот если ты так написал, то вероятнее всего, поэтому ты получил бан нахуй навсегда, и хуй тебе, а не раз бан! Я сказал, развернись и иди на точку. Там костюм стоит, что ты сделал? Мы тебя перебили 200 тысяч раз, к сожалению. Я видел эту точку, я поднялся наверх посмотреть. Какой же ты поц тупой. Я это видел, блять, нахуй ты меня сбил. Я думал, о каком, блядь, костюме он говорит. Он бы не стал считать меня таким дебилом, что я не увижу вот этот костюм. Но ты все-таки меня считаешь таким дебилом, хорошо. Хорошо. Так а почему ты ушел от него? Почему ты ушел от него мимо? Блять, я думал, о каком он костюме говорит. И ты такой, почему ты ушел от него? Я говорю, он ты, блядь, какой же ты тупой, ты меня только сбил. Так. Фу! Блядь! Я часто... Стреляй! ...за всякие вещи. Так, я... L1, R2... Она не стреляла!
У меня патроны были. Бля, сейчас, сука, опять будут писать, что я тупой. Я нажимал стрелять, она не стреляла. Стала главным персонажем. Вот, а, тут, чувак, кстати, понимаешь, я уже банов 12 дал за сегодняшний стрим. Я уже банов 20, там чуваки такую хуйню спамили, ты просто не представляешь, да нет, там, блядь, куча спойлеров. Уёбки, блять, понимаешь, заходят и сразу: о боже, ты такой тупой, ты не можешь ничего найти. Чувак, ты видел тот лабиринт? Я заебал, я охуел от того просто, когда там что было, чувак. Чувак, интерфейс, да. Я не знаком с интерфейсом. Поэтому, сука, ты конченая, блять! Да ладно! Блядь, я его ненавижу нахуй. Просто ненавижу. 2 часа, блядь, ждал, пока ко мне зайдут. Чувак, который ко мне сейчас зайдет. Пароль 2233. Умоляю тебя. Не беги его убивать. Сразу же. Ты успеешь его еще поместить. Ты у него хуй только соснешь, если ты к нему подбежишь. Не бегите его убивать, я вас умоляю. Просто бегайте рядом со мной. Не рядом со мной, а в противоположном от меня движении. Блять! Ну это подстава! Там такая же локация была, блять! Блять! Блять, мы его почти убили! Сука! Твою мать, блять! Твою нахуй мать! Почти, блять, убили! Пиздец, я конченый, сука, почему меня туда понесло? Блять. Блять. Охуеть, мы его почти... Сука. Не сдох. Что, блять? Что, блять? Да ладно. Ну как она погибнуть-то могла? Ну пиздос. Ну нахуя вы заходите, вы только мне нервы портите. Охуеть. Он одним и тем же спамит, сука, гондон ты, блядь. Ты, да пизда, он одним и тем же спамит. Ну ёбаный, ну это нахуй ермак какой-то. А, блядь, я заебался. Да ладно, нахуй! Ой. У меня был фул хп. Я спустился прямо в эту лаву. Это пиздос. Блять, как все охуенно начиналось. Пиздец. Сука. Я его, блять, ненавижу. Все, ребят, я ебал играть в Bloodborne. Все, я не хочу играть. Спасибо всем тем, кто мне помогал. Это просто нахуй. Блять, я его ненавижу, блять. Вот, маленькая шестеренка. Нажимаете ее, и тут уведомление о трансляции, и повернуть его, все, то есть, чтоб подумали. Ну, есть под... Блядь, да еще ши заебал! Сука. Гондон! Павлин ознакомит вас с уебищнейшим, отвратительным сюжетом, и просто изнасилованным мультиплеером. Я, сука, поц, ты меня не перебивай, уебан, ты, блядь, дослушивай до конца, гондона кусок. Ты, блядь, гондона кусок, дай мне договорить, я... Блять, ты. Я сейчас говорю про блядь. Тупая мразь, блядь. Ты вообще слышал, что я сказал? Я сначала сказал про сюжет, а потом, блядь, я уже сказал про мультиплеер. Нахуя ты вообще его, сука, затронул, если я не собираюсь. Я, блядь, твое очко затронул, блядь, своим членом. Ублюдок. Тупой, научись слушать. Какой же ты тупой. Мудила, блядь. Я говорю, мы обсуждаем сейчас. Мы обсуждаем, блядь, твое слабоумие, долбоеба кусок. Играл несколько дней. Какие играл? Несколько дней, пиздобол? Она была доступна. Уёба, блядь, сука, пиздун. Блядь, в один пиздун день вонючий. Часов, ты вместе со мной часов. Скачал демку ГОСТа. Да, мы тогда в Battlefield да. Играли, блядь, еще правильно. С твоим другом. Да, и мне она не понравилась ГОСТ, потому что там была просто беготня и стрельба. А это тут было... дохуя всего нового, вот тут-то реально здесь next gen, двойные да? Прыжки, подкаты, прыжки по стенам, и это весело играть с друзьями.
подкат. Мне нравится этот. Лёш, ты сейчас ведешь себя очень хреново. Ты сейчас ведешь. Call of Duty Black Ops 3 по сети. Это недостойно вообще даже. Это, блядь, недостойно! Это 12 лет уже было! Вот, блядь, это недостойно уже было. Я первый раз в ней играю. Сколько ты наиграл в Black Ops 2? Джон Диллинджер. Один из любимых. О, господи, он ужасный! Он... Я знал, что он скажет! Я он просто люблю мафию. Чувак, я люблю мафию. Я пришел в кино, все, что сука, угодно. Ты че шлюха такой борзый стал? Ты, блядь, кому? Ты, блядь, просто кому? Послушай. Ты охуешь, пришел, он мне рот закрывает. Ты на уровне моей ширинки сейчас будешь. Он вообще не отпечатался у меня в голове. Это за говорит хуесос, это смотревший безумного Макса, блядь! Ты серьезно? Человека-муравья! Ты, блядь, говорил всем идти на Человека-муравья, блядь! О, блядь, горит, нахуй! Блядь, горит! Смешная комедия. А, блядь, как же горит! Сука, как у меня горит от этого уёбка, блядь! Джоли Диллинджер, это стильный фильм, неплохой фильм, это боёбка. Сука, как у меня от тебя горит, блядь! Он просто нереально скучный! Я засыпал на нём, это я, блядь, тебя просто ненавижу! Я не помню ничего из Джонни Диллинджера! Публичный враг, дословно, да? А у нас это Джонни Депп и Джонни Диннеджер. Ты, блядь, конченый как говноед. Как это похоже? Мы блядь, я на твое лицо бы обоссал. Сейчас, смотри. Он провалился в прокате, у него бюджет 100 миллионов, он собрал копейки. Какой же на него ты, блядь, никто конченый. Не пошел. Оценка 7,1. Сука, этот оценка уродец, блядь. Этот уродец, блядь, на Человека-муравья пошел. И потом всем советовал на него идти. Сука, ты конченая. Это комедия. Комедия, блядь, пиздец. Блять, ну честно скажи, ну люблю я свою бабу. Она будет, она умеет. Ну все, ну нахуя ж пиздеть? Хорошо, хорошо. Если ты не пиздел, вот честно сказал, и все, я бы отстал от тебя, но ты ж пиздишь. Ты ж пиздишь. Ну никто тебе, никто на этом стриме тебе не поверит. Проблема в том, что все. Я не пизжу, в этом, чувак, в этом все, ты мне бесишь. Там тебя не насрать. Больше одного стрима знают, что ты пиздишь. Я не буду здесь без модов. Я хочу. Я не доверяю. Я не могу тебе доверять, я говорю честно. Я не буду с тобой общаться, если ты мне не доверяешь с этими животными. В смысле, блядь, ты постоянно люди жалуются, что ты всех банишь. Да потому что, блядь. Ты, блядь, банишь любой человек. Пишут, любой человек, который что угодно напишет. Вы посмотрите на этот трафик пизданутый. Что это, блядь? Что это нахуй за трафик? Пиздец. Ну ладно, это еще было нормально, я по встречке выехал. Пиздец, конченый, сука. Посмотри на этот трафик просто. Да я знаю. Это в этой игре на меня машина взялась и сама если что, эти... Пятое место. Есть еще кое-что. Пятое место. Супер Марио Мейкер. Да. Ебать! Я уверен, мысли снять этот фильм, то есть идея, зародилась лет 20 назад. И нет. Только сейчас он ее реализовал. Что, блядь? Что, блядь, значит нет? Ты, сука, Квентин Тарантино! Ты, блядь, Квентин Тарантино, чтобы знать. Фильм знаешь, на основе чего снят? Это невыносимо трудная работа. В его каждом он фильме... Он этим не занимается, этим занимаются люди, которые подбирают персонал. Ты чё, он хуй... редко ты чё может... поц, блядь? Ты чё, поц, нахуй? Ты чё, поц, блядь? Ты поц, блядь? Ты поц, сука, я бы тебя сейчас кикнул, долбоёб. Я про Квентина Тарантино, блядь, знаю больше, чем ты, блядь, про свою мамку. Квентин Тарантино каждого актера не то что, блядь, выбирает. Он с ним трахается перед тем, как его фильм запустить. Я знаю, но все какое равно. Какое ты знаешь, сука, что ты несешь, блядь? Который отбирает. Что ты нахуй несешь? Я, блядь, Квентина Тарантино, это мой любимый режиссер, блядь, я знаю я все, что он делает. Я тоже про него все знаю. Ты нихуя, блядь, про него не знаешь. Ебало вообще закрой. Блядь, они реально радуются, ну, посмотрите на этих мудаков. Закончилась выставка, все. Да, нет. Охуенно. Да, стоп. Это того, блядь, стоп. Стоило. Стоп. Overwatch на PS4. Да, да, и да ладно. Выставка закончилась. Что да ладно. Реально, да ладно, блядь, ждал, вы серьезно? Реально ждал новый. Я ждал Бога год. Войны, как минимум, или агента хотя бы. Не. Не, охуенно все. Ну это... Нет, да хуй, это октябрь. Это октябрь месяц. Это не трейлер. Почему? Как же у этих хуесосов бомбит от вот этого парня? Пиздец! Вот этот, блядь, просто чернокожий Черный. Парень. Пиздец, какой этих уёбков от него бомбит, блядь! Вы конченый ёбаный расист, он практически ничего не говорит в трейлере, но все его уже ненавидят. К
Как же заебали эти ублюдки. Просто я ненавижу олдфагов. Все олдфаги это говно. Ниум ЕУЕ 23. Разбанил. Пиши. Окей, модерка. Ты чё, охуел вообще, что ли? Ну, до свидания. Окей, вот. Окей, обратно в бан. Лучше в бане. Мне не нужна просто так писать. Мне нужна модерка. Я вижу, сколько тут идиотов. Блять, я не доверяю тебе. Ты импульсивный долбоёб, который, если бы мог, ты бы меня забанил бы. Охуенная идея. У меня полгруппы пишет, что их забанил Серёжа. Я волнуюсь. Как они это поняли? Есть! Блять, потому что, возможно, ты сам говоришь, я тебя, сука, забаню. И тут, я бац, его сообщение удаляется. А, сейчас посмотрю. Millennium Might 23 заблокирован пользователем Jolly Golf 5 минут назад. Смешно. А, ну-ка. О, Серега! Вот пидорас! Вот сука! Раз, два, три, четыре, пять. А, пять. Блять, вот знал, как оказаться в тылу, конечно же. Сука, блять, я месяц нахуй хотел найти СТ. Пидорас, блять, я никогда не добегаю до СТ. Ну гандоны, блять. Ну гандоны. Ну, блять, я за все время, что купил эту игру, один раз на нем покатался. Ну, бляди! О, боже. Ну, я один раз за все время... Пидорас, блядь. Я до сих пор стримлю с битрейтом 2700. Да! Да! Спустя месяц, блядь! Спустя месяц, ну, сучки, держитесь, блядь. Двигаться, я лучше не буду рисковать. Да ладно, кто? Нет! Сука, умри, блядь! Пиздец, месяц ожиданий. Охуеть. Я помню, блядь. Я помню, месяц, ну не месяц, чуть меньше. Я его взял, я тогда сделал киллстрик в 45 убийств. Пиздец. А тут на меня все налетели. Я даже с базы не вышел. Ебать. Понимаешь, что бы я сейчас не сказал, сейчас сказать, а, ты уже заранее оправдываешься. Да, что бы ни сказал, так... Эта страница содержит бесконечное перенаправление. Чего ебать? Чего ебать? Сережа, ты, блядь, мразь вонючая, ты кинул сайт, который не работает. Он работает, я прошел, и твоя подруга прошла, я тебя уверяю. Пизда. Он работает. Он работает. Он лег нахуй. Ебать. Он не выдержал твоего. Он работает, вернись назад. Короче, Сережа, ты, походу, блядь, опять обоссал. Я тебе сказал, работающий сайт, я тебе уверяю. Я вижу, какой он работающий, все пишут, что не работает. Вот Кагыр Маура у меня тоже не работает, ничего не помогает. Сережа, как всегда, понимаешь, какой бы у тебя IQ на этом сайте, сайте не был, блядь, работает он так же само, как и ты, хуёво. Ну, ждем. Да ладно, ебать, он не работает, Сережа, ебать тебя в рот, Серёжа. Вот, видите, одного уже завалил. Ну все, я спалился на миникарте, сейчас меня будут ебать. Поэтому я стану вот здесь. Нет. Все, забегаем в тыл. Не через эту хуйню пробегай, идиот, блядь! Ну ты же спалил по звуку! Придурок, блядь! Идиот, нахуй, сука! 60 рублей прислал. Спасибо тебе огромное. Снова. СНГ, это... Ебать, сколько их там, нахуй! Ты поц, блядь, идиот! Сука! Кретин! Я фугасы должен был ебануть в толпу, этот долбоёб поставил свою голову тупорылую. Идиот, блядь! Видели, как отскакивал? Пиздец, у меня с пингом на этом сервере. Как ты, блядь, там вылез, шлюха, мразь, говно, залупа, жопа, писька, член? Как ты вылез так быстро? Ебать тебя в рот, ну... Ну, он взял и вылез сразу, ну вот как он знал, что я туда выйду? Ну и мне это даже нравится, это прикольно. Ты сука, ну блядь, я ж в инвизе, блядь, был! Я в инвизе, блядь, был! Сука!
Охуеть, блядь! Почему, когда вы появляетесь, я вас, пидорасов, час нахуй не могу убить? Я, блядь, обойму печенега выпущу, сука! И та, и по тебе ни одна пуля не попадет. Я, сука, в инвизе, и меня убивают. Как же я ненавижу эту игру. Зачем мне прятаться от женщины? Если я кого-то в свой дом и пускаю, значит, я от этого человека не хочу прятаться. Да вы заебали, блядь! Сука, как они убивают так быстро? Что у меня с пингом, блядь? Ну они мгновенно убивают. Я, блядь, даже... Я его уверен, даже нажать не успел, я уже умер. Что за хуйня? Манера? А мне лично не повезло. Я как закончил школу, у меня... Вы видели нахуй, как он пригнулся? Это что за хуйня сейчас была? Вы видели, блядь, он пригнулся нахуй, как в Матрице Нео? Ебать! Я это хочу записать. Охуеть! А дальше у меня восстанавливается хп. Я понимаю, что я его нагну. Он пригнулся нахуй! Он пригнулся! Что это за хуйня сейчас была? Что это нахуй за хуйня была сейчас? Что это, блядь, бомбит? Пиздец бомбит. Что это сейчас было? Чуваки, у меня горит нахуй. Что он делает, сука? Как это? Да. Они скоро обновят... Сука, сзади, мразь. А иди сюда, пидораса кусок. Ох, тебя сейчас выебу. Ну почему? Ну 50 хп. Мы ударили друг друга вместе. Он меня убил, я его нет. Как они, блядь, это прокачивают? Что это, блядь, за апгрейд локтя, нахуй? Ну как так? Я этого не понимаю, ну пиздец. Либо только это, да. Ну ладно вам, ну почему? Ну что делал тот поц, который рядом со мной стоял? Почему он мне не помог? Почему я все время один бегаю? Почему, блядь? Кстати, Ксюха может с нами сыграть. Ты что, тоже играешь? Я имею в виду Тревиадор. Ну, Тревиадор, да что-то уже настроения на Тревиадор нет. Ну ладно. Честно, я с Сережей хотел, чтобы он прям пришел. Блять, его вообще нахуй не видно на этом мониторе, блядь, в этой траве. Ебанутая карта. На этой карте не видно нихуя тут. Ну посмотри на этот пиздец! Вы это видели сейчас? Я не пишу же, это реально правда. Ублюдок. Зачем мне врать? Ты засранец, такой же, как и я. Да, я засранец, блядь, тут посмотреть, что там сзади творится, там пизда. Но я же не говорю, что, блядь, я хочу убирать до Новый год, блядь. И конечно же он мне написал! Конечно же он смотрит стрим, сука! С веником сидишь и стрим смотришь, да? Ха-ха, хуй тебе! Видишь эти глаза? Они смотрят на тебя, как на говно! Видишь это лицо? Оно смеется, глядя на тебя! Ублюдок! Ладно, я тебя люблю. Здесь миленький. Есть читы. Здесь есть читы. Выиграть. Понимаешь? Что-что-что ты спизданул, повтори? Я не доначу, чтобы выиграть. Потому ты хуи сосешь в этой игре! Нет, ты б... Назови мне хоть одного человека, у которого бы ты хуй не сосал в Хирстоуне. Ты у всех Давида. Отсосал. Вот. Меня, кстати, я не хожу в Макдональдс, он слишком вредный, чтобы каждый день там. Да ты заебал, да сдохни уже нахуй! Ну у меня пиво выходит. Да мне похуй, блять, пускай оно хоть через глотку твою выходит. Но, блять, ты заебал! Ну я чуть бухаю. Мьют, микрофон, блять! Вот я сейчас нажимаю кнопку. Ага. Поэтому не надо мне этого рассказывать, пожалуйста. Не будьте тупыми какими-то школьниками, которые посмотрели видосы, как собрать комп за 30 тысяч. Почему главный чувак, который говорит, как собрать игровой ПК за 30 тысяч, сам, сука, играет на ПК за полмиллиона! За полмиллиона, блядь! Который ему подарили. За пол, нахуй, миллиона, блядь! Вы только вдумайтесь, полмиллиона! Полмиллиона, сука! Все бы ничего, если бы он хотя бы, как бы в игры играл. Полмиллиона, сука! Вот, это индустрия гнилая, я надеюсь. 980... Ну я имею бабки на 980-ю, поэтому хочу взять её. Сейчас, погоди секунду. Ай, блять, это... Сука, я нажал, а этот пидорас не выключился! А если бы я сейчас говорил? А я не знаю, есть ли я на стриме. Или какой-то грустный, я не знаю. Ну, обмазанный это обязательно будет. Да ты заебал, блядь! Ну, хватит! Я, может, сейчас умру! И это будет радость! Бессердечная, сука!
Ты мне хотя бы похороны оплатишь, мразь? Я, блядь, буду звонить твоей Насте, чтобы она мне еще твои долги возвратила. Неверный формат, да идите а нахуй, я как? Я все отдал, 46 рублей отдал. Ну, попрошу завтра, пойду, наверное, к оператору, если... Сука, какой же конченый, блядь. Ненавижу этот ебаный телефон, просто. Вот с Сережей я с ним общаюсь, потому что с ним весело общаться. Ну вы... Что это, сука, за хуйня сейчас была? Вы видели с пингом, какой пиздец был? У него нахуй хуёвый пинг, а страдаю я. Вы посмотрите, как они отскакивают. Что это за пиздец? Я ненавижу. Я вот это пиздец, блядь. Вот дайсы нахуй. Если хоть один пидорас из тех, кто делает игру, смотрит мой сейчас стрим, слушай меня, блядь, внимательно. Бери, сука, листик бумаги. Я не знаю, где у меня листик бумаги. Нет у меня листика бумаги. Ты его бери. И пиши на листике бумаги. Я хуесос. Ну, не в смысле я, а ты хуесос. И приклеиваешь его себе нахуй на лоб. И каждый раз, блядь, когда ты подходишь к зеркалу утром, ты будешь смотреть, что ты хуесос. Как, блядь, можно было сделать игру в 21 веке без возможности менять сервера, блядь? Вы прикиньте, блядь, здесь нельзя поменять сервера. То есть, пиздец, в игре, в шутере, чтобы в шутере нельзя было, во-первых, посмотреть пинг, здесь нормально нельзя или можно? Ну, что, в принципе, неудивительно. Нет, я тебя с пистолетом... Ай, сука, хотел с пистолета добить, ну ладно. Ну, вот охуенный респаун, ну просто охуительный респаун. Вот просто пиздатый респаун в этой игре. Я зареспаунился прямо у него за спиной. А что если этот чувак тащил команду? Он находился вообще-то в нашей точке. То есть это не кемпер ебаный. Это нормальный раш игрок. Он старался, он тащил команду, он зашел к нам в тыл. Это точка Б, это наша точка, он находился у нас в тылу врага. Он пытался помогать своей команде, его убил какой-то поц, который респаунился за его спиной. Что с этой игрой? Почему она такая кривая до сих пор? Пиздец просто. То есть эта игра вообще не поощряет тех, кто рашит, абсолютно. Сука, завали ебало, блядь!